За этот и прошлый год в Ульяновской области из аварийного жилья переселено 225 человек. На строительном часе в правительстве отметили: пока идем с опережением. План на этот год выполнен полностью. Предстоит работа над новой перспективой. Что касается этапа 2021-2022 год, который заканчивается в четвертом квартале 2022 года, идет сейчас процесс контрактования с целью предоставления квартир. Процент контрактования порядка 64%. То есть планируется, что до 1 декабря полностью все будет законтрактовано для того, чтобы в следующем году люди могли получить квартиру. Таким образом, до конца 2022 года будут переселены еще 559 человек из 225 квартир. В некоторых муниципалитетах из-за скачка цен на стройматериалы процесс затянулся. Однако в областном правительстве отметили, что все вопросы решаемы. Руководство района и профильного министерства обязаны самостоятельно контролировать вопросы подготовки нового жилья. Люди есть, нет, все посмотреть и составить все графики жестко и начать работать. Как говорится, прорабить там на месте, чтобы не сорвать программу. Для ускорения программы переселения Ульяновская область из федерального бюджета получит поддержку в размере 789 миллионов рублей. 39 миллионов из них уже направлены на переселение жителей Чуфарова Вишкаемского района, Языково Корсунского района и села Новочеремшанск Новомолоклинского района. Максим Писарев, Александр Кудряшов, Управда ТВ.